И приезжаю я на работу и вижу, что у нас появилась свободная золотая Voya, но чуть-чуть с другим салоном. И я такая, значит, завтра будет продажа этой Voya, потому что они моментально уходят. Но у нее, видите, салон чуть-чуть другой. А, я без ключей, извините. У нее салон не такой, как был раньше. А, вот она, вот она, вот она. А просто песочный. Но я вам даже не об этом. Смотрите, поворачиваю я голову и вижу, та-дам, вот такого цвета у нас еще не было. Это нежно-голубой, какой-то не особо-то и металлик. И с салоном, который как раз-таки раньше был в прошлых машинах, вот у этой золотой Voya. То есть это вот этот коричневый салон, который многие считают самым удачным вариантом. На вкус и цвет, вообще, если вам не нравится, никаких вопросов. Золотая, например, есть сейчас вообще с черным салоном, завтра ее сниму. Но с этим точно будет ярко. Супруги ваши или если девочки меня смотрят, сами девочки будут точно довольны. С точки зрения оснащения, я уже много раз рассказывала, что это такое. То есть это прекрасно оснащенный автомобиль. Здесь у нас вариация на тему крыши, это все-таки с люком крыша, не сплошная. Ну и все вот эти вот теплые опции, которые мы обычно проговариваем в Voya, они здесь тоже доступны. В общем, это по своему оснащению стандартный автомобиль на пневме, с электрическим багажником, с теплыми опциями, но просто вот в таком вот интересном цвете. Ни разу у нас в новом поколении такой машины не было.